Приветствую всех. Итак, сегодня у меня обзорчик на пивасик. Я хотел записывать его на основной канал, но думаю, что какое-то интересное пиво должно быть и на втором канале. Я не помню, пил я этой страны пиво или нет. Тем не менее, все равно это видео вы смотрите на втором канале. А я люблю открывать страны на первом канале. Пивные страны, точнее пиво стран. Короче говоря, не буду долго балаболить. Зацените этот пивас. Вот как он выглядит. Не знаю, как его название. Озуйско, как-то так. Написано первое хорватское пиво. В общем, это хорватское пиво. Я так понимаю, завод основан в 1892 году. Меня это не слишком интересует. Почему я говорю, что, скорее всего, это хорватское пиво? Спереди написано, а сзади не написано страна происхождения или страна производителя этого пива. Нет там никакой информации. В общем, ладно, объем баночки 0,5, крепость 5,0. В принципе, обычный лагерок. Написано светлый лагерь. Ну, короче, у меня вот такой вот стаканчик, обычный, простой. Сейчас я взорву и налью при вас это пиво. И мы продегустируем. Поехали. Так, я вот так, да, сделаю. Давайте, оп. Чик. Посмотрим пенку, шменку, все дела. Вот. Такс, ну пенка как пенка, оттенок вы видите, да? Оттенок довольно-таки интересный. Ну, пенка рыхленькая, пенка уходит на глазах. Я еще немножко подолью. Да, меня, наверное, нормально слышно, по крайней мере, я на это надеюсь. Я пишу без петлички. Что по аромату? Слушайте, ну пока это сложно сказать, потому что вот всегда пенка немножко затеняет, отдаляет вот эти вот все ароматы. Короче, я не буду тянуть кота за яйца, ну его нахер. Коту яйца еще пригодятся. Давайте попробую и скажу свое мнение. Вот такой вот оттенок. Ну, прикольно выглядит. Поехали. Короче, это посредственная хрень. Посредственная, водянистая, неплотная. Слушайте, ну второй раз я это пиво не купил. Да я и первый раз его не покупал, меня угостили. Типа, попробуй, классный пивас. Ну, блядь, народ, ну, если это классный пивас, тогда я балерина. Но я очень сомневаюсь, что с такой рожей я могу быть балериной. Ладненько, давайте добью и будем заканчивать. Вообще никакое. Оно слегка сладенькое, водянистое, неплотное, нулячее. 2 из 10. Легкая горчинка есть. Вот сейчас она появилась. Первый раз я ее не ощутил даже. Есть легкая горчинка. Но это не пиво, это вода. 2 из 10. Хорваты, вы не умеете варить пиво. По крайней мере, вот этот бренд, это уж точно. Спасибо за просмотр. Всем пока.